В Магадане построят новый трамплин для прыжков на лыжах. Глава областного центра Юрий Гришан после встречи с первым заместителем министра спорта Российской Федерации Азатом Кадыровым в Москве заявил, что в Магадане практически отсутствуют условия для проведения спортивных прыжков на лыжах, так как большой трамплин закрыт. Его вскоре начнут сносить. На сегодняшний день у муниципалитета есть положительное заключение экспертизы на проект нового сооружения. И вскоре начнут работу по постройке нового спортивного объекта. Вы видите, что трамплин большой у нас закрыт, его вот-вот начнут сносить. Мы получили положительное заключение экспертизы и предусмотрели первые деньги. И первый заместитель министра спорта сказал, что мы будем вместе с Минвостокразвития помогать. Письмо такое об оказании помощи от губернатора есть. За нами сейчас задача начать закупочные процедуры, начать снос, подготовку строительной площадки, подбор подрядчика и далее смело идти вперед. Также в Министерстве спорта Российской Федерации прорабатывали вопрос о возможном проведении сборов в Магадане сборной команды России по фристайлу зимних видов спорта. Для этих целей в областном центре есть склоны и снегоуплотнительная машина. С ее помощью можно создавать фигуры, которые необходимы для нового вида спорта. Но для начала, по словам Юрия Гришана, необходим визит специалистов, которые покажут, что мы должны для этого построить из снега. В Магадане уже есть школа Олимпийского резерва по прыжкам на лыжах, сноуборду и акробатике. Эти элементы включены в программу подготовки по фристайлу, и в колымской столице возможно развить подобную дисциплину.